когда человек совершает грехи, он делает это вследствие двух причин. Первая причина – это действительно воздействие шайтана. А вторая причина – это то, что в религиозной традиции называется нафс – душа человека. И вот сейчас хочу сказать одну вещь, что на большинство людей шайтан не влияет. Почему? Потому что большая часть людей, они подвержены своему нафсу. Они подвержены своим страстям. Поэтому шайтанам до них никакого дела нету. Зачем сбивать с пути тех, кто уже сбит с пути? Шайтаны в реальности воздействуют лишь на тех, кто богобоязненный, кто глубоко верующий, кто старается очищать свою душу, кто контролирует себя. А тот, кто не контролирует себя, тот, кто не старается очищать свою душу, ну, шайтанам до них какое дело?